Привет, дорогие друзья! С вами Макгрубер, и сегодня мы с вами рассмотрим коллекционное издание игры Assassin's Creed Brotherhood. Это коллекционное издание, американское коллекционное издание. Выглядит таким образом. Сбоку нарисован врач, священник и палач. С обратной стороны коробки описывается, что входит в коллекционное издание. Это карта Рима, игра, чертик из коробочки, скажем так, и эксклюзивный артбук. Выглядит сбоку таким вот еще образом. И передняя часть коробки с логотипом. Давайте же рассмотрим, что внутри. Действительно ли там то, что описывается? Так сказать, сделаем лишний досмотр. Итак, первое, что нам попадается, это ключ в виде шприца. Такой вот ключ. Дальше у нас такая отдельная коробка. Внутри нас ждет артбук. Рассмотрим его. Он в твердом переплете. Эцио, Рим, Венеция. Хороший артбук. Качественный. Так выглядел римский воин. Локации. Катерина Сфорца. В общем, вся компания. И в конце Ubisoft. Также сзади реклама гайда специального по игре. Значит, это что скрывает собой Assassin's Creed Brotherhood артбук. Дальше у нас, судя по всему, это плакат тире карта Рима. Да, так и есть, это карта Рима. Кто не знает, Рим можно пешком обойти за один день. Сзади у нас мини-плакат с подписями разработчиков. Дальше здесь у нас бонус-контент, скорее всего, о том, как делали игру. И диск с игрой. Стандарт. Ну и самое важное и самое интересное из этой всей коллекции — это такая вот коробочка с логотипом впереди гильдии ассасинов, сбоку, ну везде, скажем так. Сверху написано Assassin's Creed Brotherhood. Ну что ж, проверим, как это работает. У нас есть специальный ключ. Вставляем, поворачиваем и вуаля! У нас тут появляется доктор. Довольно крупный, со шприцом, с маской. Довольно забавно выглядит. Закрывается таким же образом. Бамс, и все, и закрыто. Ну что ж, это все, что ходило в коллекционное издание игры Brotherhood серии Assassin's Creed. Спасибо вам, что были со мной. Подписывайтесь, оцените, комментируйте, ставьте лайк. До новых встреч, до новых обзоров. До свидания!